Сексуальная, яркая и веселая. Именно так можно описать коллекцию Disquiet весна-лето 2012. Стиль Disquiet невозможно спутать с каким-либо другим. И на этот раз это было представление в стиле Дина и Дэна Кейтона. Насыщенные цвета, принты, одежда от плащей, костюмов до плавок и, конечно, шоу. Дизайнеры решили разбить всю коллекцию на 4 части. Классический рок-н-ролльный стиль, битники, скандинавские рыбаки, а на другой стороне пляжа итальянский мачо. Братья Дин и Дэн Кейтены в своей новой коллекции представили галстуки-селедки, вытертые джинсы, кепки с логотипом, кожаные куртки и немного темы горнолыжников с их многослойностью и яркостью в одежде. Дизайнеры решили отобрать розовый цвет у девочек и отдали его мальчикам. Не менее впечатляющим оказался выход известной украинской группы «Казаки». «Казаки» создали оригинальный микс танца, музыки, моды и, безусловно, стали главным акцентом всего показа.
quiser brincar comigo, atenção pra não se machucar. Для итальянцев семейный бизнес – это традиция, поэтому нет ничего удивительного в том, что весенне-летнюю коллекцию 2012 от Роберто Кавалли представил его сын Даниэле. Вдохновением для него стала итальянская ривьера, берег которой служит местом сбора людей со всех континентов мира, место, где американские джинсы и кожаные элементы могут легко соседствовать с европейской классикой. На шоу в саду Палаццо Сербеллони были представлены костюмы с сильной линией плеча, узкой талией и широкими лацканами. Использованные цвета фуксия, карий и кобальтовый еще больше напоминают 80-х. В очередной раз бренд не отказался от своих фирменных звериных принтов, представив питоновые вставки на замшевых брюках, рубашках и пиджаках, что выступило хедлайнером коллекции. Есть люди, даже мысли свои, облачающие согласно требованиям моды. Будьте в тренде, даже в ваших мыслях. С вами была программа Fashion Avenue и ее ведущая Анастасия. До встречи! Смотрите в следующей программе. Подробности мужской недели моды в Милане. Показы Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Enrico Caveri. Интервью Кристиана Бурани и презентации молодых дизайнеров Италии. Автопати Бриони и Филипп Лейн. Jaillissent dans les rues, chacun sa